В Бресте и Брестском районе на базе учреждений образования функционирует полтора десятка музеев, информационных центров и того больше. Они есть практически в каждом учебном заведении. Два года назад руководители таких музеев Ленинского района областного центра создали методическое объединение «Деятельность». Последнего призвано скоординировать работу подобных объектов. Накануне на базе 20-й школы областного центра состоялся очередной семинар. Мероприятия проходят регулярно и системно. В конце октября довелось возглавить делегацию города Брест-Ленинского района на республиканском семинаре. Семинар был посвящен нормативно-правовой деятельности работы музеев учреждений образования. И всю эту информацию, что мы там получили, вот сегодня моя главная цель и задача – эту информацию донести до своих коллег и в этом направлении двигаться вперед. Из 15 школьных музеев 9 расположены на территории Ленинского района областного центра. В свою очередь, 3 из них работают именно на базе 20-й школы. Это музей Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева, музей «Город-герой Москва» и музей «Спадщина Беларуси». К слову, на базе последнего сейчас открыта новая экспозиция. Ее автор – прещанка Алла Гопша. Выставка «Предобразом твоим» непростая, юбилейная, 90-я, персональная. А еще в 2018-м Алла Гурьевна отмечает 15-летие творческой жизни. Выставка посвящена женщине. И я, когда веду экскурсии по своей выставке, я обязательно говорю о легенде, как возникла эта легенда о женщине. Техник сколько? Ну, вы знаете, я как-то так подсчитала, не считая вязания, вышивки, да, это где-то 30, около 34 техник. Мне интересно познавать. Мне интересно творить. Я ухожу от шаблонов, от схем, мне хочется создавать. С Аллой Гурьевной я знакома и дружу уже очень много лет, с юности еще. Мы знаем друг друга. И всегда она была очень позитивной, очень такой креативной. В гуще событий она всегда мне очень нравилась. Но я не так давно узнала, что она такая рукодельница. И вот это уже третья выставка, на которой я присутствую. Конечно, и удивление, и восторг, и просто вот как эта женщина находит столько времени, чтобы уделить своему любимому делу. Знакомиться с экспозицией Алла Гурьевна всех желающих самостоятельно. И это не урок или просто рассказ об экспонатах. Алла Гопша стремится наладить диалог со своими гостями, увлечь их миром рукоделия, творчества и красоты. Цель проведения этих выставок – приобщить детей, приобщить к творчеству, взрослых дать возможность общаться и тоже рассказывать о том, чем они занимаются, и восхититься их творчеством. И экспозиция Аллы Гурьевны, и в целом все 3 музея школы открыты для посещения и сотрудничества. Здесь всегда рады гостям и с удовольствием делятся знаниями, интересными фактами и увлекательными историями. Для того, чтобы ваш визит прошел максимально эффективно, стоит обратиться в ресурсный центр по гражданско-патриотическому воспитанию. Кстати, организация экскурсий далеко не единственное направление их деятельности. Интересных сфер множество. В 2016 году на базе нашей школы активизировался районный ресурсный центр по гражданско-патриотическому воспитанию. Одно из направлений работы этого центра – это работа с учащимися, это прививание к ним любви к родине, чувства патриотизма, гражданственности, ответственности перед тем, что происходит в нашей стране и во всем мире. Районный ресурсный центр разрабатывает мероприятия, проводит уроки мужества, экскурсии для учащихся, интересные встречи с людьми, которые делятся своим опытом с подрастающим поколением. Мы всегда рады видеть ветеранов нашего города, который встречается с учащимся на уроках мужества. Анастасия Стропко, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.